Здравствуйте, друзья. Вопрос. Слышал, что отпуск в 15 дней уже роскошь. И даже такого длительного отпуска, только начиная работать в новой компании, можешь не получить. И, собственно, тут меня интересуют следующие вещи. Часть первая. Общие вопросы по отпуску и личным дням. Действительно ли при найме в компанию отпуск так краток? Какой вообще средний по продолжительности отпуск у айтишника? Мне коллеги из US порекомендовали договариваться сразу же на финальном интервью. Что порекомендуете вы? Меня интересует возможность иметь более продолжительный отпуск. Дни отпуска считаются как рабочие дни или включая выходные, да, weekend. Мне известно, что есть и личные дни. Что влияет на их количество? Сколько их в среднем по больнице? Что говорит законодательство? Я знаю, что вы можете копнуть глубже и рассказать о законе, об отпусках и личных днях, одинаково ли во всех штатах. Часть вторая. Семейные дела. Я работаю. Жена с младшим дома и старшая в школе. Дальше я пишу ситуацию. Меня интересует, что делают среднестатистические семьи. Жена болеет. Нужно присмотреть за детьми. О том, что нужно остаться дома, узнал накануне вечером. Второе. Нужно к врачу. Дети заболели. Супруга одна не справится. Узнал также за день. Поднялась в ночь. Высокая температура. Расстройство желудка, мигрень там и так далее. Исключая глупости, типа чешется рука, глаз дергается. Глаз дергается. Может быть, очень серьезно. Я полагаю, что лучше остаться дома. Есть ли какое-то законодательство, которое регламентирует подобные ситуации? Могут ли частые надобности пропустить день повлиять на карьеру, явиться причиной увольнения, расторжения контракта и так далее? Ну, давайте поговорим. Итак, друзья, у нас начиналось с того, что, значит, правда ли, что вот отпуск 15 дней, это там еще фиг получишь, и какой средний по продолжительности отпуск? Дело в том, что, в принципе, там дальше тоже есть вопрос, законодательство не регулирует. Это, в общем-то, по договоренности между сотрудником и компанией. Другое дело, что у компании есть какая-то своя политика. Ну, допустим, если компания вроде меня, там вся компания один я. Ну, то есть там есть сотрудники, но решения принимаю я один, отвечаю за них я один, там и так далее. То, наверное, со мной можно как-то там поговорить и договориться о чем-то. Но, в принципе, когда компания побольше, и там есть какие-то, значит, policies. Дело в том, что наличие вот этих вот policies, да, является очень важным инструментом, защищающим компанию от судебного преследования по дискриминациям всяким, связанным с наймом. Есть такая даже страховка, называется Employment Practices Liability. Компанию человек может судить, вы даже не представляете себе за что, связанное с наймом. Например, за то, что его не продвигают. Вот он, допустим, пришел, их там было сколько-то человек, и вот там все куда-то ушли, а он не ушел. Вот он начинает судить компанию, что его не продвигали. Понимаете, поэтому то, что его не продвигали, должно быть как-то документировано, то есть какие-то должны быть причины и так далее. Чем больше компания, чем больше у нее денег, чем мощнее у нее страховки, тем больше желающих пойти за этой компанией. И найдется много желающих там среди адвокатов, которые скажут, мы тебе сейчас их раскрутим, мы тебе то или это. И так далее. Поэтому у них есть всякие policies. Поэтому я, может быть, хотел бы вам дать там лишних там 5 дней к отпуску. Но если я вам дам, а остальным не дам, то я сразу попадаю в ситуацию, когда меня можно судить за какую-то дискриминацию, нечестность там, ну и так далее. Если это какой-то экзекьютив, если это какой-то человек, для которого делается специальный какой-то пэкедж, это один разговор. Если это просто человек, ну вот, я не знаю, обычный работник, административный, там, не знаю, программист, там, инженерный, технический, то он попадает в какую-то категорию, вот он в этой категории, и он получит все, что ему положено, даже если вот ему это не нужно, ему все равно дадут. Хотя он, может быть, отказался бы, они могли бы на нем сэкономить, но они все равно ему дадут. Потому что вот такие обстоятельства, в которых они находятся. Так вот, какой по продолжительности отпуск? Значит, как бывает по-всякому. Ну, я не видел, чтобы, допустим, люди в технической сфере работали, было бы, не скажем, 5 дней отпуск. Обычно отпуск такой для начинающего, ну, там, 2 недели, может быть, 3 недели. Зависит уже там от, еще раз, от уровня.
Есть такое понятие, как там sabbatical, это отдельная история, это такой длинный отпуск, который дают там раз какое-то время в каких-то компаниях, очень продолжительный может быть отпуск, там надо накопить какое-то количество лет, тебе дадут этот sabbatical, ну, в общем, есть тонкости. Но я хочу сказать сразу, прежде чем мы дальше пойдем, что все эти ограничения по отпуску относятся только к одной категории отпуска – оплаченный. Оплаченный. Это отвечает на все вот эти вот вопросы, а что, если мне нужно, а что, если мне надо больше, а что, ну, за свой счет взял и все. Вот, вот и все. То есть в той мере, в какой компания готова тебе предоставить отпуск за свой счет, то, ну, возьми за свой счет. Бывает, что просто компания не может выдержать этого. То есть, вот, допустим, человек выполняет такую работу, что если он систематически начинает чем-то таким увлекаться, он просто не в состоянии выполнять свою работу. Понимаете? Бывает, что ты можешь делать из дома, бывает, что ты можешь делать в какие-то свободные часы, там, то есть как бы не обязательно, чтобы это было с 8 до 5. Может быть, ты сделаешь какое-то другое время. А бывает, что надо, бывает, что вот когда все собрались, ты должен с ними участвовать. Живьем или онлайн, но ты не можешь это сделать в другие часы. То есть есть специфика работы. И терпят тебя и не терпят, или вообще как это все, зависит. Это очень предметно, очень конкретно. Ну, давайте дальше идем. Мне коллеги из US порекомендовали договариваться сразу на же на финальном интервью. На финальном интервью договориться ни о чем нельзя. Договориться об отпуске или вообще о любых вещах, которые связаны там с деньгами или еще чем-то, можно только после того, как вам дали джоб-оффер. Если вы без того, чтобы вам дали джоб-оффер, начинаете о чем-то договариваться, я думаю, что ваши шансы сильно ухудшаются, потому что это признак какой-то серьезной неадекватности. Вам еще не предложили ничего, а вы уже там договариваться пошли. Значит, пока оффера нет, ни о чем не надо договариваться. Когда вам оффер дадут, в этом оффере львиная доля того, что там вам предложили, это расписано и определено, и меняться не может. Просто потому, что вам дали как всем. Вот, собственно, и все. Кроме того, что такое там лишних 5 дней к отпуску? Ну, значит, это лишняя там зарплата за 5 дней. Я не знаю, сколько у человека зарплата. Ну, допустим, 5 дней – это 40 часов. Значит, 40 часов, ну, если, скажем, это, не знаю, там $30 в час, значит, это там $1200. Ну, хорошо, $1200. Аналоги отдашь, когда, да, так там и, может, 800 не будет. Поэтому, ну, вот это вот цена, допустим, там, лишней недели к отпуску. Вот и все. Чё торговаться? Ну, ты можешь с тем же успехом торговаться за большее количество денег. За деньги торговаться легче, чем за отпуск. Потому что отпуск, как бы, это вопрос справедливости, чтоб у всех. Да, а деньги у всех по-разному, пожалуйста. Гораздо проще себе выторговать немножко больше денег, я считаю. Вы можете оговорить, когда вам оффер дают, вы можете оговорить некоторую гибкость в часах, когда вы работаете. Вы можете оговорить некоторую гибкость, например, во взятии отпусков. Допустим, вы где-то вам нужно было там 3 дня, а вы потом отработали по выходным. То есть это все можно обговаривать. Это все живые люди, живые проекты, зависит от обстоятельств там, и так далее, и так далее, и так далее. У меня, например, вот люди работают, и у меня даже мысли нет вообще какой-то, чтобы мы там что-то такое уткнулись в какую-то проблему в этом плане. Ну, надо, значит, надо. Ну, что мы это сам? Все люди взрослые, все знают, чего делают, ответственные, и все. Ну, надо, значит, надо. Вот, но опять зависит. Хотя половина страны работает в малом бизнесе. Половина населения, которое работает по найму, работает в малом бизнесе, не в громадных корпорациях. Так, дни отпуска считаются как рабочие дни или включая уикенд. Если у вас 15 дней отпуск, это значит, что у вас 15 рабочих дней. 15 рабочих дней. Теперь personal days и sick days. То есть есть по болезни. Там обычно дают 3 дня по болезни, sick days, и дают еще 3 дня оплаченных, вот, что называется personal days. То есть ты не должен быть при этом больной, ты говоришь, мне нужно. Ну, нужно, значит, нужно, без вопросов. Опять, это кроме того, что вы можете за отгулы, вы можете это переработать, потом что-то забирать, пересчитывать, это, пожалуйста, это ваше дело. Но, как бы, вот в оффере написано. Это для структурированных таких организаций больших, там, может быть, это важно. Так, что влияет на их количество? На их количество влияет полиси в компании. Вот, да, значит, у нас компании дают там всем 3 дня. Да, или
или там 3 дня на это, 3 дня на то. Вот, собственно, если у вас, например, 10 рабочих дней оплаченных в отпуск, а через еще у вас будет 6 дней оплаченных sick days, personal days. Но еще раз, вы можете гораздо больше времени отсутствовать либо за свой счет, либо за переработку, там, либо еще за что-то. Я не знаю, я никогда не сталкивался с какими-то проблемами или чтобы кто-то жаловался. Надо, значит, надо. Ну что? Конечно, если ты на конвейере стоишь и там, допустим, период отпусков, то тебя могут просто не отпустить. Это правда. То есть зависит сильно от специфики там работы. Так, теперь чего? Что говорит законодательство? Законодательство говорит что-то между вами и вашим нанимателем. Почему наниматель дает вам отпускные, больничные, страховку и так далее? Потому что наниматель конкурирует за вас на рынке труда. Вот, собственно, и все. Значит, если бы не было конкуренции, и они бы вас так хотели эксплуатировать жестоко, может, вообще бы не давали, а оплачен, ного. А говорили бы, не работаешь, значит, не работаешь. Представьте себе контрактора, который работает и получает по часам. Вот консультант. Ему же никто не платит за праздничные дни. Или там за, я не знаю, что там. Ему нужно было там личный день какой-то. Он же денег не получает. Отработал, получил. Не отработал, не получил. А что в этом несправедливого-то? Работал, получил деньги. Не работал, не получал деньги. Что там за проблема такая? Поэтому, значит, если с постоянным наймом там есть какие-то оплаченные дни, это просто вопрос денег и больше ничего. То есть просто часть вашей зарплаты вот дана вам вот в таком виде. Вот, собственно, и все. Проще дать человеку днями, чем, например, деньгами. Потому что я могу дать ему несколько дней, а работу он все равно должен сделать. Понимаете? То есть я, получается, дал ему что-то, он доволен, а я деньги на это не потратил. Ну, вот, собственно, и все. То есть я как работодатель, например, считаю, что это выгодная форма — давать человеку днями, нежели деньгами. Вот, потому что все равно он должен работу сделать. Окей, семейные дела. Значит, идем туда дальше. Я работаю, работает он. Жена с младшим дома, старшая в школе. Дальше опишу ситуацию. Значит, что ситуация? Жена болеет, нужно присмотреть за детьми. Ну, хорошо. О том, что нужно остаться дома, узнаю накануне вечером. Значит, звонишь начальнику, если он предпочитает, чтобы ты ему звонил. Или пишешь начальнику имейл. Вот, желательно с вечера написать. Да, если ты с вечера знаешь, так с вечера и напиши. Может быть, ему там что-то нужно будет с утра, так он за это время кого-то там попросит выйти пораньше или что-то. Вы работаете в конкретных обстоятельствах, и вы в этих конкретных обстоятельствах знаете, зависит что-то от вас или нет. Например, вот у нас в офисе по пятницам такой slowdown. Звонков мало, вообще активности мало. Значит, поэтому, если, допустим, кому-то нужно что-то такое сделать, и это можно сделать в пятницу, он скажет: Миш, мне надо в пятницу там. Я говорю: да, конечно, а что? Но если вы знаете, что в пятницу там к 10 утра приходит кто-то, и вы должны с ним разговаривать, да, то вы хотя бы предупредите, может быть, мы кого-то другого приведем, кто будет разговаривать, или мы отменим эту встречу, или что-то. Но вы, как взрослый человек ответственный, значит, должны сделать то, что от вас зависит, в разумных пределах, чтобы не было проблем. Если вы, будучи взрослым человеком и будучи на каком-то уровне ответственности, значит, не делаете того, что, ну, разумный человек на вашем месте сделал бы, вас перестают считать разумным, надежным, ценным, вы становитесь проблемным. Соответственно, возникает вопрос, как бы вас заменить кем-то, кто не проблемный, а разумный и надежный. Вот, собственно, и все. То есть все-таки есть же здравый смысл, никто же его не отменял. Поэтому бывает, что человеку нужно остаться дома, там не выйти завтра на работу. А что в этой стране, что роботы, что ли, металлические? Они все люди живые, они могут заболеть. А бывает, не дай бог, там умер кто-то, ему надо срочно куда-то вылететь. И вот он с вечера ушел, а, допустим, в 4 утра уже летит на самолете там куда-то. Все бывает. Ну что же. Нужно к врачу. Так как дети заболели, бывает, супруга одна не справится. Но ради бога, берете, значит, у вас есть personal day, вы можете взять sick day, для этого не обязательно быть больным. Если там структурированная организация, там есть отдел кадров, и все дни вам там считают и так далее, то, соответственно, вы пишете там заявление, не знаю, там формочку в онлайне заполняете или email шлете, там, какой у них процесс. И, соответственно, у вас там, значит, в ваших очках один день там туда, один день сюда.
Если это неформальная ситуация, то вы можете там не прийти, никто не узнает, не заметит, нигде ничего не запишет и слова вам не скажет. Зависит от обстоятельств. Да, еще раз, эти вопросы относятся к структурированной такой формальной организации. Я так понимаю, что в маленькой такого нет. Ну, значит, заполнил формочку и все. Поднялась в ночь высокая температура, расстройство желудка, мигрень. Полагаю, что лучше остаться дома. Ну, еще раз то же самое. Значит, если от вас что-то зависит и нужно там какие-то меры принять, значит, подсуетитесь. Если нет, то тоже ничего, написали email. Есть ли какое-то законодательство, которое регламентирует подобные ситуации? Могут ли частые надобности пропустить день повлиять на карьеру? На карьеру, я не знаю, на найм в конкретном учреждении, в конкретной должности могут очень повлиять. То есть, безусловно, есть такие работы, где вы должны быть на месте. Вот я вспоминаю, когда моя дочь работала первые несколько лет в организации, ну, в юридических конторах, которые занимаются выводом в паблик, выводом на стак-маркет организаций каких-то. Вот, например, она работала, практику проходила в компании, которая выводила на стак-маркет Google. Так. Поэтому, ну, вот выходит компания на стак-маркет, к такому-то числу должны быть подготовлены вот такие-то документы. И все упирается там, я не знаю, в миллиарды долларов, которые должны быть получены. Если вовремя не сделать, миллиарды не будут получены. Компания, которая это делает, вот где работает там, скажем, адвокат, значит, получает, например, процент от сделки. Вот продал акции там на миллиард, да? Значит, 1% там будет 10 миллионов. Вот 10 миллионов, значит, ставка. И там не важно, больной ты или здоровый, есть у тебя дети или нет у тебя детей, что у тебя там за отношения с твоей girlfriend, вы поссорились или вы не поссорились там и так далее. То есть то же самое, если тебе нужно человека оперировать, допустим, а ты пьяный пришел, а у тебя там какие-то обстоятельства и так далее, а ты заранее знал. Не волнует, понимаете? Значит, либо вы отказываетесь от каких-то вещей в своей жизни, чтобы получить то, да, чего иначе получить нельзя, либо вы не отказываетесь, соответственно, не получаете. И есть полным-полно людей, которые такие вот очень, да, карьерно ориентированные, и они готовы там, не знаю, там до 35 лет там не выходить замуж, девчонки, и они там пашут, сделают карьеру, а потом уже, когда карьера есть более-менее, они делают все остальные дела. Да, конечно. То есть ситуации, когда очень много от этого зависит. Я бы так сказал. Счастливо!